Включаем. Играем. Мне на коня сходить, прошу Пати поддержать. На коня? На коня, ты видишь? Смотрите на вашего мужчины, на меня. Блять, обидно, что... Пати на коня? Поддержать, я до сих пор не понимаю. Мизя. Вы знаете, что скажет Мизя? Мизя вон там. Поставил... Не то, не на то, через shift же ставилось, через конт, через alt. Через alt, через shift, блять, через что нахуй поставить? А, изи. 32-48, они ёбнутые. Какой брать квест? Уничтожение полей. Умее? Умази. Умеей. Умази. Повышает вас легион резонанс. Нет, спасибо. Уничтожение полей. Да. Аделла. Да. Но он не умази. А умеей. Мизя. У меня написано Мизя, братан. Это Мия. Блять, я сейчас, сука, подойду. Меня, блядь, нахуй. Ты меня, блядь, нахуй не путай. 33-48, 33-48. Не, это не Е. Это не З. Это не З? А, это Э. Ми Э? А, все, я понял. А я... Я называю... Интересный молодой человек. Это Мизя будет. Не иди мне маск. Мизя, блядь. Кольчуга, изи, наконец-то, пожалуйста, можно мне одеть? Так, Дюса, ты разберешься сам? Да. Разбирайся. А точно разберешься сам? Да. Братан, 144 хп. Хорошо, одеваю кольчугу и помогаю. Вадим! Помогаю! Одеваю кольчугу и помогаю. Я не понимал, что происходит. Работа. А давай? А давай? Убираем всех? Да. У тебя есть какая-нибудь масса? Нету. По очереди? Ладно, смотри. Блять, я сейчас перепираю. А, не, есть, на 25 метров, на точек очень мало. А похую я сейчас, нахуй. Сейчас все будет. Вадим? Только ты готовься. Аль два. Я уже выпил. Все, готов. Мари, 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 мари. Заряжаю. Живи как-нибудь. Бля. Живу. Смотри, нормально живу? Бля, он... Они исчезают, ты понимаешь? Да, братан, а я... А я не очень хорошо живу. А ты видишь меня, да? Я побежал, братан? Нет. Нет, 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 нет. Чего нет? Чего ты меня дезинформируешь, братан? Я думал, ты сильнее. Будь у меня место забито, нахуй. О, все, я теперь качественная женщина. Ты всегда был качественной женщиной? Нет, я был всегда роковой женщиной. А качественная роковая женщина, блядь, другой уровень, нахуй. Ты видел размер ее головы? Блядь, таких в армию даже не берут. Великолепно. А, Грумхильда, а вы где? Грумхильда, на меня напали. Я уже три раза пытаюсь взлететь. Наверх падаю. Взлетаю вновь. Где те на тебя напали? У Бакалеи. Бакалеи? Быстро лекать, лекать. Пригласить. Пошлите. Смотри, он конченый. Вот эти духи, блять, сука, куст. На нах. Может это, втык? Есть, короче, увидишь мертвеца, только вот все кроме штанов, говори, и ботинок. Ботинки. Тушка черного дегтя. Чего? Нихуя, когтя. Дегтя. Пушка черного. Пушка дегтя в ложке... Черного.
О боже. Дух древнего героя. Какие-то не очень были герои раньше, откровенно говоря. Пушка черного дегтя. В ложке черного. Черного медведя. Носки снял. Копье черного дегтя. Давайте. А, у меня походу, блять, я, сука, путаюсь. Кого у меня копье? Черного. Все, пошли себе по квесту. Надо прощаться с пацанами. Пацаны, до свидания. Друг древнего волшебника. Друг древнего волшебника. О, аметистовая серьга признака. Признака? Да. Мы с тобой нормальные, пацаны, я гляжу. Ого! Грац. Получить? Конечно, блядь, я всю жизнь сижу и, блядь, только из жизни делаю, то скидываю тебя. Перед вами была зарисовка женщины. Что? Зарисовка женщины, чего непонятно. Что? Цель не может быть атакована из-за преграды. Мне то же самое, он какой-то конченый. Он типа невидимая стена. Так, пацан, сейчас начнутся проблемы. Да? Да. Вот эти вот охранники. Смотри, блядь, я тебя говорю, Вадим, нагришь кучу, пизда. Я, блядь, Яся, за себя себя не ручаюсь. Блядь, включи запись. Ты как включил? А, да? Ну. Ну вон, Лёша, иди разберись с ними. Смотри, смотри, что могу. На нах! Какая сука? Доследовай следующий. Братан, чё, блядь, хил надо. Срочно. Блядь, стан, братан. Стан. Вайпер стан. Вайпер стан? Да. На-на, вайпер стан. Мне нужен хил. Блядь, всем нужен, братан. Блядь, тут пиздец какой-то творится. Ты виноват. Я тебе говорил, блядь, я сюда нагришь. Сяся, яся, блядь, нахуй. Сяся месяц. Не соберешь потом ни Сашу, ни Яшу. Пизда, блядь. Пиу! Пиу! Одного забрали. Ебануться, Вадим. Нет, ты мог ахрить? Я пытался, лол. Можешь меня поднять? Чем? Свиток, да свиток воскрешения? Конечно. Я, конечно же, в бакалее был, ты купился. При использовании амулет лотоса вы получаете дополнительно 20% опыта за убийство монстров. Можно так сейчас пойти немножко покачать. Можно. Слышишь, медведей используем, братан, конфеты. Каких медведей? Конфеты? Да, конфеты. Зачем? Они, по-моему, бафик дают. Там бафик какой-то добавился, но невидимый почему-то. Ну ладно. Лодосы используем первый, у нас их всего три, так что можно сейчас будет. Мы все равно будем внутрь идти пробиваться, так что мы будем убивать по-любому их. Зачем ты заставил меня убить? Они реально, по-моему, дают какой-то баф. Чего они не дают? Да мне... Ну, а вот... А, это к тебе не дают. Роковая на свою женщину. Какая женщина, блядь. И правда, подарок пришел. Куча зелий, Вадим. Я видел, да. Что? Что-то не так, я с котом сижу, играю. Он тут валяется так милашечно. Не кусайся. Зубы выбью. Такая, слышишь? Зубы выбью? Да. Пару секунд назад. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. С котиком играет. Ой, блин, он кусается, если он несёт... Зубы выбью.